Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Привет-привет! Денечка, что надо сказать? Вы на канале? Да, и сегодня у нас опять игра на мелкую моторику и на развитие ладошки. Мама постаралась и сделала нам пуговки с петельками разных форм. Как раз мы еще заодно закрепим формы предметов различные. Смотрите, у нас есть круг, листик, цветочек, ромбик, квадрат и прямоугольник. Денюш, мы моторику развиваем. Давай застегнем пуговку. Например, сейчас я все расстегну. Давай, ты расстегиваешь вот эти три пуговки, а я расстегиваю вот эти три пуговки. А когда мы их расстегнем, мы с тобой их застегнем. Потренируем моторику. Давай, старайся, да. Потренируем моторику, потренируем. Запомним фигуры, какие бывают. И не только фигуры, еще, видите, повседневные вещи, типа листочков и цветочков. Так, папа расстегнул. Вот, Динь. А ты чего? А, ты тоже расстегнул, ничего себе. Но мы тут такие достаточно простые петельки сделали, потому что пока что еще ручка не очень тренированная. Денюш, давай застегнем пуговки наши. Давай, цветочек. Конечно. Давай застегнем. Как надо делать? Смотри. Я беру и застегиваю круглую пуговицу. Дениска, это какая пуговица? Круг. Круг. Нет, ты пуговица. Надо не так. Давай, я тебе помогу. Держи пуговку. Круглую держи. Держи. Так. И мы берем теперь петельку. Берем петельку. А ты пуговку держишь при этом, День. Так ты не застегнешь. Ты куда спрятал пуговицы? А придется от циферки освободиться, День. Тебе нужно две ручки. Или давай, ты держишь пуговицу. Давай, держи пуговицу одной рукой. И бери петельку другой. Бери. Давай, и застегивай. Круглую пуговицу застегивай на петельку. Давай. Давай, я тебе помогу. Давай. Оп. Смотри, раз. И мы с тобой совместно одну пуговицу круглую застегнули. Но у нас, смотри, еще цветочек и листик. Давай их застегнем тоже. Так, давай, держи одной ручкой пуговицу, а другой застегивай. Давай, я тебе помогу немножко. Давай. Даже папе, видишь, одной рукой сложно застегнуть пуговицу. Так, давай к фигурам перейдем. Смотри, у нас с тобой квадрат, ромб и прямоугольник. Покажем всем. Еще разочек. Давай, держи пуговку. Держи пуговку. Левой ручкой держи. А правой застегивай. Держи. Давай мне правую ручку. Или давай вдвоем застегивай. Давай. Давай, стараемся. Давай. Держи. Эту хочешь, да? Давай, держи. Одеваем. Одеваем петельку на пуговку. Так. Супер. Давай вот эту тоже оденем. Давай, просовывай пуговицу в петельку. Так, давай, засовывай ручкой. Ручкой засовывай пуговицу в петлю. Ага. И у нас еще одна останется, Дэн. Смотри, у нас с тобой прямоугольник не застегнут. Давай, застегивай. Просовывай в петельку прямоугольничек. Так, давай, давай. Нет, как ты наоборот делаешь? Одень петельку на прямоугольничек, День. Давай, держи, я тебе помогу чуть-чуть. Давай. Давай, вставляй. Вставляй прямоугольничек в петельку. Держи ручку свою правую. Давай. Ну-ка, давай. Держи, возьми прямоугольную пуговицу. Давай, держи пуговицу. Держи пуговицу. Держи пуговицу ручкой. Динь. Давай. Раз. И продевай. Продевай в петельку. Давай, давай. Держи пуговицу. Дэн, давай, держи пуговку. Продевай в петельку. Вот. Друзья, смотрите, с помощью папы, ну вот это уже успел расстегнуться, мы застегнули пуговицы. Давай форму фигур повторим. Это круг. Дальше у нас листик. Листик, цветочек. Это какая фигура, Динь? Это прямоугольник. А это ромб. Ромб, друзья. Ну и последняя это разновидность прямоугольника. Квадрат. Квадрат.
Вот, квадрат. Друзья, сегодня мы моторику потренировали. Пока-пока. Ну, рано еще. Давай расскажем, что мы сегодня сделали. Сегодня мы потренировали мелкую моторику, поразвивали ладошку, получили форму фигур. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы будем и дальше придумывать для вас развивающие игры, но ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх и подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Динечка, что надо сказать? Пока-пока! Поднимите пальцы вверх! Пока-пока! До новых встреч, день! Пока-пока! Или поцелуй! Или поцелуй, да? А поцеловать? Пока-пока! Пока-пока!